Пока Оридин свет и надежда всему лесу. Другие сдались преодолеть мой страх. О, это Сильвана, походу. Здравствуй, Сильвана, а чё ты такая стрёмная? Гомон из руин Форворна. Надо догнать его и отобрать то, что он украл. Так, Сильванка, а ну-ка живо вернула то, что украла. Проказница. Что за вакханалия в чате творится? Ох ты ж, нифига себе, катапульта! Сосуд умений дает одно очко умений. Это хорошо. Ух, дихрена. Оу! Больно же. Что там за реклама левых каналов пошла? Я чуть не понял. Взял на меня пернуло. Ух-ух-ух-ух-ух-ух. Так, нормально, живы, здоровы. Сильвана, ты чё, куда убегаешь? А где та штука? Сильване-то добраться, а? Не работает. Ладно. Умрем. Вернемся, завершим начатое.
Да какого черта, я же убил его. Убил же это щупальцем Зота. Реально засыпаю, что-то дерьмово. Чтобы плюнули. Так это не работает, да? К сожалению, не работает. Не работает. Будем пока выкачать ветку дамага. Блин. Упс. Так, а что Килара делает-то? Ничего он не сделал. Чем он вам не угодил? Свет, а то сам негром стану тут. Так, давай, давай, давай. Упс. Есть, но я сделал это. Сделал. Так, лунная пещера. Алло, Сильванка, чё за магия, а? Вау, какие-то лучи. Жесть какая-то. Во-во-во-во-во-во, они же сожгут нас заживо. Ух ты ж! Вау! Ух! Ух-ух-ух! Магия вне Хогвартса.
Сильвана. Имени величайшего парня Гарритеса вам было запрещено кастовать заклинания за пределами. За пределами, не знаю. В общем, вам было запрещено кастовать заклинания. Какого черта вы это творите, а? Вау, шипы. Серьезно? Как я не успела. Да ты чё? 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 Гуля! Гуля, 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 гуля. Ах, как вибрирует-то джойстик. Давай, гуля. О, всё. Всякий случай сделаю. Кайф. Блин, она все ниже и ниже спускается, охеревшая маманка, а? Сильванка, куда ж ты убегаешь так далеко? О-о-о! Нифига себе! Неожиданно приплющило бедного вурдалака. Ага, ага. Почему это только на меня реагирует? Так нечестно. Господи, времени на реагирование не дают, а? Как меня бесит это, а? Сбежать раз ролик показывают. Видел уже я его, все. Я пройду за эту стену, чтобы там ни было. Все, мне плевать. Сейчас вот возьму и пройду, короче. Дай! Эй, ты чё? Ты чё замедлился? Ай! Опасном месте тоже не можем создавать.
Лайфхак. О, да, хорошо, четвертая ячеечка энергии. Так, что мы тут еще можем найти? Блин, жаба захавала. Ибо допрыгался. Блин, не уверен, что... Нет, смотрите-ка. Ага, понял. Ладно, теперь спокойно доделаем то, зачем пришли, и уйдем. И ты это сможешь сделать, да? Изи же. Так, все, зашибись, просто жесть. Бычандра! Господи. Да блин, а? Супучный быка. На. Слишком много анубараков. Так, и где-то тут спокойный сейф был. Кайф, кайф. Так, гуля-гуля-гуля, да чтоб тебя, а? По 100-500 раз пересейвлиться. Так. Да ладно. Хорош уже. Готово. Дверки открыты. Сомневаюсь, что толку от этого есть.
Вау! Нет, Гуля! Посмотри на эту Сильванку, а? Оу, что-то сложное пошло. Ох ты ж! Вот жопа, а! Мамочки! Это жестяк какой-то даже. Твою мать, а? Камень не можешь получить, а? Да ёб твою! Так, тихо. Тихо. Один камень у нас есть. Так, есть фрагмент карты. На. Это я так решил посмотреть, что будет, если в дырку зайти. Посмотрел. Стоило ли это того вопрос? Что это за пингвин такой? Опа, танцы с Сильванкой.
Да, с Динго! Хо-хо! Да! Ни хрена себе. Упс. Упс. Расслабился. Чат живой. И, значит, имеете в другом виду смысле. Я думал, сам чат сдох. Да ёшкин кот, а? Что за... Слуга Сильвана, или это сама Сильвана, она такая жесткая. А я сейчас скажу, изи убивается. Главное вовремя по таймингу отходить от снарядов и от того, где она появляется. И вообще ништяк. Капец, у меня вибрация. Ай, ну блин, я почти убил ее. Чё я так... Чё-то я струсил. Ух ты, блин. Липучки оставляет. Хорош. Так, окей. Мы убили эту банши. Ну, не Сильванку. Эта крыса куда-то убежала. Ох. Тихо. Ridge Games, ты не туда зашел, это не площадка для поиска работников, которые тебе на халяву еще все сделают. Опять эта жаба. Эй, я же здесь сейвился, какого черта исчезла? Упс. Упс. Так, господи, а Гуля, что ты творишь? Блин, а? Да блин! Привет, Драконка. Мистер Драконка. Так, аккуратно. Аккуратно.
сказать. Пошла нахер, жаба. О, приветствую тебя, Артес, брат Утера. Так, новый пенек. Здесь покоится Леру. Она носилась по воздуху быстрая и ловкая. Так, что же мы получим взамен? Освоили способность двойной прыжок. Нажмите А, чтобы подпрыгнуть, а затем еще раз, чтобы прыгнуть еще выше. Да, детка. Наконец-то! Двойной прыжок! А где же жило-то, а? Никакую брехню я не распространяю, ты брат Утера. Как бы ты этого, в общем-то, не отрицал, Артес. Опа, здравствуй, Сильванка. Видишь, я тут двойному прыжку обучился. Хочешь, убьюсь об шипы. Мать, а. Так, еще одна единичка энергии. Круто. Упс. Жестковато. Так, вопрос там теперь куда идти? Я не уверен, все еще не уверен, что мы способны эти шипы перепрыгнуть. Thank you.
Куда я вообще иду, а? Черт, видимо, явно не туда, куда надо. Помню, мы где-то спускались. Видимо, не здесь. Или мы уже все, что необходимо, добыли, мы можем подниматься. А! Во! Двойной прыжок. В кавычках. Дальше-то куда? Сюда-то я допрыгиваю. Блин, а? Прыгай. Гуля, 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 гуля. Ух ты, он может допрыгнуть, однако, смотрите-ка. Так, ну вот здесь надо очень сильно постараться. Так, давай, раскачивайся. Так, ну давай. Эть! Блин, мне уже надоело каждый раз слушать это сообщение, а? Все, теперь не придется, а? Даже на близкое расстояние я не тяну. Так, 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 ребятки, кто в игру-то играл? Кто знает, куда мне идти дальше? Правильно ли я двигаюсь? Задание мне не хочет показывать, кстати говоря. Так.
Во! Нормально ее раскачивает так. Есть! О! Кайф. Все, без разговоров тут сейв, а? Сильванка, убегаешь дальше. Ух ты, как резко все это сложно стало, а? Ой, я лялька мерт пришел. Ты давай мою проблему решай глобальную, а? От нее будущее зависит от этого мира. А не дедом себя обзывай, кем ты не являешься. Вот я уже стар. Только седину мне осталось поиметь, да и все. Как говорил один великий человек, я слишком стар, я Тони Старк. А Ламар должен помнить. Добро пожаловать в мир фантастических тварей, где они обитают, Денис. А Ламар, игра называется «Фантастические твари, где они обитают». Я тебе серьезно говорю. Ох, жесть какая-то, а. Да, блин, капелькой коснулся, Ари, слепой лес. Ари, ари! Он прям так кричит. Куда Ламар-то пропал? Так, да-да-да, Ламар, расписывай свой 100% вариант пока. Пока я тут стримлю, играю с... простыми смертными. Ух ты, жесть какая-то, а. Хорошо, что у меня сейф на пятю недоступен. Так, ну как здесь играть? Понятно. Ух. Ты куда Гуля побежал-то, а? Так, это мы не взорвем. Ну и ладно. Тайник.
Просто дырищу открыли. Опа. Так, Сильванка, ты... Ой, Сильванка... Дерьмо. Упс. Упс. Да господи, что с тобой такое, а? Сильванка. Ай, кажется, кто-то себе ножку сломал. Вау. А, все рушится, надо гнать отсюда нахрен. Вот жопа. Ох, 52 человека, если б так и вправду было бы. Господи, мимо них так невозможно пройти. Тынч. Пыщ. Что тебе не нравится с моей вебкой? Она что, тебе на весь экран должно быть? Это ж тебе не шоу видеоблогеров. Так господи, а? Сбирайся. Да господи! Серьезно, что ли? Блин, ты че тут потерял, Мака? Ты нашел, куда написать, а? Блин, капец, пришел на стрим писать. Я откуда знаю, блин? Наверное, надо следовать, раз он тебе дочь просто так дал, что ли? Масс будет. Изварите чит. Так, нормально. Нормально. Музыка топчик. Ай, так, петух.
Что ты наделал? Все, изи. Что творишь, балбес? Как меня бесят те камни, которые выносят просто тебя. Так, так, так. Ну здравствуй, Сильванка, доигралась, да? Все. Проклятая Сильвана, а ну-ка живо отдала мне. Живо отдала! Нет, вся балбес Гуля освободила ее, а? Вот что ты наделал, Гуля? Ори вселял доброту и надежду в его сердце. Сильванка, все-таки отдала, кайф. Вы вернули водяную жилу. Этот древний самоцвет откроет вам путь внутрь древа Гинзо. Помни, что элемент воды покоится на вершине древа Гинзо. Нужно вернуть воду, поспешим назад. Ох, нам подниматься, однако. Игра сохранена. Блин, ну Эпик, конечно, прям зашкаливал. А, кстати, двойной прыжок же у нас есть. Теперь мы можем попробовать перепрыгнуть там. Интересно, сможем? Нет, походу, не тянем. Ну ладно, хрен с ним. Моментальный слив. Ох, нам бы где-нибудь похилиться, там какой-нибудь фонтанчик бы. Фонтан. Так, дальше что? Так, вот это кайф. Блин, надо было там сейвиться. Так, Каламар, ты же разрабатываешь для меня план по вторжению в Азероth, да, Кэть? Надеюсь. Нахера.
Я не буду этого паукана трогать. Что значит несколько смотрящих? Так, до того верха нам даже еще не дотянуться. Ну ладно. Изи. Чертовы проказники, а? Нет, туда я так не доберусь, да? Жалко. Будем поаккуратней тогда. Сразу мультишот имбой стал против таких жердяев. Держитесь от меня подальше. Уродцы, а. Что-то мне не везет, попадает в меня дико, а. Получим сверху жизни. Отлично. Здесь отличный сейф, кстати, будет. Все, у нас уже 6 хп. Растем. О! Спасибо.
Так, я надеюсь, мы на верном пути. Итак, пень, я принес тебе чем закупорить твою дырочку. А тут ты дырявенький немножко был. Это как-то не по-пацански. Тук-тук-тук. А это дверца. Дарева Гинзо. Когда-то воды Нибеля текли сквозь это дерево, а теперь оно высохло и сгнило. Надо восстановить поток и найти сердце древа Гинзо. Так, не-не-не, выходить мы пока не будем. Ух ты, портал! Так, почему на это не действует? Нет. Чертовы улитки, а? Скорее кастрированы будут те, кто хотят варик. А вообще, те, кто хотят варик, в 5 часов ждите новую серию. Ой! Черт! Как я не заметил-то, а? Это все варик. Смотрите, варик, мы даже тут варик себе представляем, понимаете? Да, вот это Гуля бегает. Король Личи, там будущее, все дела, я умер там. Туда-сюда. Потолстел, жизнь в будущем, вот что будет, если мой канал не будет процветать, там все такое. Вот такие темы тут. Варик, он повсюду. Просто вы его не хотите представлять здесь. Понимаете меня? Вы говорите варик, а на самом деле он каждый день. В каждом видео на канале. Во как. Что значит поиграть со мной? Я не играю ни с кем. После стрима у меня свои дела. Ну как свои? И по каналу, и нет. Я не играю после стрима. Ни с кем. Только специально на сборах игры с подписчиками. Только там. Дерьмо, а. Этого пауканища. Че за лабиринты вообще какие-то, а? Алло! Жесть! О, тот сказал Макри. О, Макри, серьезно, тут он. Привет.
Вот что перепрыгнул вот так, а? Это что за лютый рандом, а? Жесть, а? Блин, понятия не имеешь, куда двигаться, а? Чё за Портауляндия, а? Хрен ли так сложно? Да, блин, а? Пиздец. Да господи. Шипы слишком жесткие, по четверке снимает. Ты куда цепешнулся, балбес? Ты, блин, да хрен ли ты там останавливаешься? На этих колючках. Ты, господи, боже мой, а? О, господи, мы это прошли, дерьмо, а? Не хватало, чтобы я здесь сейчас слился еще. Что-то я не понял, что тут делать надо. А, смотрите-ка. Толку от того, что... Я его беру и двигаю. Как это работает вообще? Ничего не понимаю. Так, что произошло? Так, вебка живая, я живой. А, вот
как это работает, господи, а? Все, доперло. Ща будет мясо. Слишком много портала, а? Игра сохранена. Что-то важное сейчас будет, что ли? Стрелять меня никто не собирается. Ух ты, это какая-то жесть. Кажется, мы сможем его убить. Дерьмо. Так как? Да, неплохо. Это такая мини-схватка была. Ну что, когда мы сердце-то вставим? Что ж, я думаю, на этом мы остановимся. Игра прикольная, мне понравилась, но что-то пока сюжета маловато, от которого так плакать хочется. Может быть, в будущем можно будет поплакать. Но начало, конечно, взяло. Прям жалко было, прям вообще. Короче, ждите новых стримов, новых игр, всего прочего, кроме Варкрафта. Потому что Варкрафт мне пока что надоел, да его и так много было в последнее время. Весьма. Ну и чем больше зрителей, тем больше стримов. Не забывайте также про донаты, которых сегодня не было. Вот. Ну а с вами был Павел Первый. С вас лайк, подписка, коммент. И жду вас в новых сериях, новых стримах. Всем пока!